Мне, правда, 15 лет, но мы с ним в компании были долго, то есть водит адекватно, общается адекватно. Как вы принимаете 15-летних? Да. Не понял, не расслышал сейчас. 20. А, то есть никак, да? Не, мы просто были с ним в Гудлайне, ну то есть он водит нормально. Без Пусть всяких там ситуаций. приедет в гости, На знаешь, гостем, да? поездит в гости, посмотрим, может, что. Нет. Гостем, говорю, гостем, да. Ну я понял, я ему передам, Гостем. короче. То есть, в принципе, шансы есть, да, если что? Посмотрим. Надежда есть всегда. Надежда, понятно. Последний. Ладно, я понял, я ему передам. Золотые да. слова все. Надежда умирает последней. Есть и 15-летний. Лучше, блин, 40-летних. Не, ну я же говорю, я с ним сколько? Мы 2 месяца с ним в компании висим. То есть парень нормальный. Адекватно себе. Это я о чем говорю, потому что. Ты такой, как этот Серега, да, гоняет потом. Да он слева от меня тоже стоит 15-летний. 15-то прикинь. Я говорю, есть 15-летний, который. На порядок лучше 40-летних, 30-летних. Вова, если ты пытаешься что-то сказать, тебя не слышно. Так, тишина. Все зашли? Да. Так, фоткаю. Так, значит, ведущий у нас. Яноэль, замыкает Дмитрий 10. Принял. Далее, выезжают гости. Стэтхем. Не, я с этим, блядь. Что это? Хорошо. Я за слепым поеду. Давай, давай, старик. А, ну слепой. О, тебя не слышно. Ты врешь. Так, мужики, тихо идет вы это самое. Объявление выезда. Потом наука. Сельга. Вроде все черночки гости, да? Там манзасочку это стоит. Установили? Ну и затем справа налево. Справа налево от забора. Все, выезжай. Так, внимание с выездом. Так, во время конвоя не плудить, не шуметь, не орать, как сегодня было на дневном бардаке. Едем спокойно и молча. Не молча, ну так. Так устраивай. С базы выходим налево, затем на светофоре все раз налево. С базы глаза налево. Я догоню. Светофор игнорируем, если не составляем помеху для других. Далее Т-образно уходим еще раз налево. Отобразу налево. Чё за олень, блин? Красиво, красиво. Боже, ездить разучился. Наука выезжай. Затем на светофоре уходим направо. И дальше еще раз направо. Два раза право. Наука. Внимание, кого у нас справа стоит обочина. Возможно выезд. Принял, по обочине выезд. Но мы только выезжаем, мы только надо. Норджи только тронул. Принял. Почему ошибка не займу? 50, да. Круиз для сбора. Да, я думаю. Принял, круиз 50 для сбора команды. Зош.
Децент, ты тут? Он догонит. Примыкающе проходим прямо. Принял, базу покинули, кроме Децент. Принял. За примыкающую ходим два раза право. За примыкающую тоже право. Далее на автобане остаемся в правой полосе, на следующей развязке уходим право-лево под мост. Принято, право-лево под мост. Города лучше. Принял. Извиняюсь, право-лево на мост. Принял. Дима, я тебя догнал. Сейчас дам карман. Сейчас выйдем. Примыка еще прошли. Принял. Димасик 600. ЗОЖ 600. Нормально идем, круиз 80. Нам на автостраду. Принял. Слышно. На мост повернули. Принял. Границу прошли. Или Серег. Это, гоняйте, тебя не слышно вообще. Прям. Колонна сбора. Принял. Круиз 100. Ой, круиз 100. Замыкающий границу нашел. Принял. Че вы тут, смотрите. У меня лаги. Расстояние держите. Не менее 100 метров.
Внимание, встречный конвой идет нам, возможно лаги. Конвой прошли. Принял, там они разрыв чуть них, они много-то там. А, вижу, скоро. Развязку проходим прямо. Ну, развязку прямо. Мне сзади люди подостали. В зеркалах не вижу. Если у тебя разрешение в зеркалах слабое, то можешь и не увидеть. Не-не-не, у меня стоит высокая. Не ультра высокая просто. До света достаточно. Ну да. Метров 150 они берут 200, по-моему, а то и больше. Артём, 600 пошёл. Не вижу. Отменял. Цвет разрыв, значит. Да, на бой. Круиз 80. Далее идем прямо на бабочку, второй съезд, съезжаем на улитку. Направо, налево. Направо на улитку, извиняюсь. На улитку направо, хорошо. Опа, один лёг. Один лежит у нас на повороте. Угу. Наш, да? Да. Это было красиво. Красиво, да. Опа, чирик. Ты что, подустал, Серёга? Ага. Отдыхать тоже надо. На уходе солнце держи хотя бы какую. Так в смысле дистанции? Ты же едешь в правый крутой. На бабочку подняли. Принял. На автобане идем в средней полосе. Средняя полоса. Круиз 100.
Развязку проходим прямо в средней полосе. Центр развязка прямо в средней полосе. Развязки прямо до указания в средней полосе. Принял развязку прямо до указания. Дай за 600 600. 600. Будка строилась колонна. Внимание, в средней полосе идет головастик попутчик. Обгон. Левос. Он ушел вправо, обгон в средней полосе. Тяжелым грузом ушли в правую полосу, один на обгон пошел. Внимание, на обочине стоит головастик. Перестроение в правую полосу, уходим в следующую развязку правой пологи. Принял, правой пологи, правую полосу. За правым пологием принимаем среднюю полосу, развязки прямо. Нету, короче, в шахматы играют, или построят. Шашки. На правую ушли, да, ребят? Да, на правую пологи. Просто я послушал. А почему без ничего? Принял.
Как кто-то сзади меня ехал, почти это облупнуть. Право по логи завершили. Принял. Сергей, тебе места в колонне мало, что ли? А еще полосу занять. Колонну загнал. Принял. Развязку проходим прямо в средней полосе. Ну, это развязка прямо в средней полосе. Скорпион 600. Пока не вижу, он на Евген 685. Не вижу. Привет, ladies and gentlemen, like we say. Погоня. This is Russia Girls Clubbing and this is Babina. You are more than welcome to another episode of my weekly radio show with new music from likes of Armin Van Buuren, Cosmic Gate, Omnia, Yahoo, Russian producers, Abstract Music. Дистанцию соблюдайте. Plus, we have another Russian artist Roman Messer on Clubber's Choice and one and only Ferry Corps. Развязки идем прямо до указания в средней полосе. Прямо до указания в средней полосе. We continue right now with a brand new single from Size Records. Скорпион 600. Нормально идем. Уже 500. А кто говорил, что колонну догнал? Внимание, ремонт обочины справа. Слышал, что сзади, да? Да, заправка требуется. Да, заезжай. Догоню. Ремонт обочины прошли. Принял. Я не лагаю. Ну да. Мне все руки не доходит поувольнять. Подтормаживаю на сохранение. Развязку проходим прямо. Внимание, на встречке на отбойнике висит. Угу. Спасибо. Там прям на школе готовится. Так, чё,
занимать это место определенными понятиями? Место верит замыкающим. Да, я сейчас замыкаю колонну, да? Нет, перед замыкающим встаешь. Перед замыкающим. Сейчас, после развязки обойдем. Развязки прямо до указания в средней полосе. Развязки прямо до указания. Вот так перед Дмитрием. Ну ты уже не последний. Все, колонна уже будет. Принял. Внимание, у нас тут вон наш идет на вон. Да накатом я еду, не на вон. И да накат, хорошо идет. Что-то вам в одну точку там сзади слились все. Дима. Ну, да нормально, сейчас тут обгонят, науку обгоняют. У меня фигня, у меня. А мы просто близко идем и на карте мы как одна точка. Я вижу. Сейчас что-то произойдет. Я так и знал, я так и знал, я так и знал. Ну вот кто это делает? Я так и знал, что он своим накатом сейчас что-то сделает. У нас авария. Кто меня сбил, блин? Принял круиз 80. Я не слышу. Никто тебя не сбил, ты сам лег. Как ему вот цепанул прицеп? Я никуда, я сам на отбойник заехал, если что. Вызывайте. У меня видео да. Есть доказательства, если что. Вызывайте, пока боитесь. Я видел у вас, я говорю, вы с пиратом сзади все в одну точку слились, блин. Правильно, что будет мне? Угоняйте, ехайте. Че вы стоите за? Кос, я сейчас тебя переверну, подожди, полежи. Надо меня переворачивать. Бабочку проходим прямо. Внимание, стоит обочина, возможно, выезд. Да. У нас минус 2. Стыд. Принял. Я на автосохранение ушел. Я там потрапался. Скорпион 500. Пока никого не вижу. Принял круиз также 80 дали. Да, принял. На маршрут. Замыкающий где? А я еду. Там мы соберем. Да это не извини, но ты сам упал. Сколько ты сам упал, Серег? Я шел по центральной полосе. Перестроение в правую полосу. Перестроение в правую. Ну, не совсем по центральной. У меня было расстояние, да, там еще одна полоса слева, еще одна полоса справа. Почувствовал, что у меня кто-то в задницу. Да не в задницу, здесь, Саня. Я и шел с левой стороны, я сам на отбойник залетел. Там было дело на повороте. Ты немножко заехал на левую полосу. Вот и все. Внимание, спереди будет заправка, уходим на отдых направо. Да я тебя никто не обвиняет, ну, блин. Осячишь. Короче, есть видео, посмотришь. Уже перекур, что ли? Да. Шутка. Кстати, у нас средняя скорость километра 90 была, но это быстро полетело.
Так, выезд 10 минут. Замыкающий вы... приехал? Да, замыкающий момент. Минимум. 10 минут выезжаем. Принято, выезд 21 день. Вопрос, там большая или маленькая заправка? Средняя. Ты что, весь борт это поцарапал? Там? Уравнивай. Петь, объехать? Да ты стал как-то, не поймешь как. Я? Тендер. Тендер, отъехать, чтобы не мешать? На Еврик скидки появились. Отлично. Алексей, вы, как это называется канал? Заправляться будем или дальше? Смотрите, кто есть, Нордики едут. На Америку нету этих скидок, только на ETS у меня. Че, заправимся, да? Заедем. Там у нас конвой стоит на заправке. Ну, я знаю конвой на руке. У нас не для конвоя. Удачного пути вам, парни. Удачи. Обалдеть, Франция 300 рублей, Скандинавия 150. Дальнобой, ты не прижимайся ко мне, блядь, не в кровать. Да, нормальные скидки. Не по сколько, по 50 скинули, да? На половину, есть даже 75. Там на
дешевые для нас. Скандинавия 75%. Молчу. Франция 50%. Going East тоже 75%. Cargo Pack 33. Да, в тюнинг 20%, Шварцмиллер 50%. Там заправляемся, сразу медленно выдвигаемся и поедем. А на Америку вообще скидок нет. Стойте. Говорят, я сейчас конец колонны. Остановлюсь. Нужно кое-что ошибку исправить. Видишь, меня тут человек спрашивает, я ему сказал, что он, ты с Украины, спрашивает, откуда. Все, поехали. Да, почему-то заправились. Время? Еще минуту до выезда. Вопрос на засыпку. Вы на второй трассе, да, были? Мы стоим сейчас на четвертой. На четвертой? Заводим двигатели. Ох, красиво. Все готовы к выезду? Так точно. Уезжаем. Ты не должен. Подожди, я буду снимать. Тэском там не должен был ехать?
Ну, он выезжает. Круиз 80. Ну, это круиз 80. Давай, давай, Виктор, проезжай. Не забываем включать ближний свет. Колонна была вместо отдыха, как она. Принял. Далее перестраиваемся в среднюю полосу, развязку проходим прямо. Где средняя полоса, развязка прямо. Скорпион 470. Круиз 100. И это круиз 100. Развязки идем в средней полосе прямо до указаний. Ну это развязка прямо до указаний в средней полосе. На четвертой трассе, да? Да. Хорошо. Я просто на обе приехал. Почему? Вторую, не знаю почему. Ну мы с Дрезден будем проезжать. Ну я догоню. А Дрезден даже я вас погнал. Просто он на площади. Лицензия тут? Да. Внимание, стоит попутка справа на обочине. Я. А свой стоит. Поедешь перед замыкающим. Нет. Сужение дороги в две полосы. Принял сужение две полосы.
Нормально. Кого в сборе? Принял. Что? Уже не прошли. Принял. Скорпион. Сорт? Не вижу пока. Дайзер 840. Тоже не вижу. Дайзер 700. Круиз 90. Пинка круиз 90. Начал подсобраться, да, может испилить, испилить хорошую трассу. Границу прошел. Нет. Замыкающий границу прошел. Идем. В развязку проходим прямо. Last track you heard was Ardente Divini Octa released on the State of Trance last week. And just before there was a Cosmic Gate Halo and Aram Knights Afterworld. Guys, don't forget to let me know what do you think of this clubbing. Feel free to post a tweet or to post a comment on my Facebook. And I have Instagram as well. Instagram.com/s/yesbabina. Буду съезжать на почту, чтобы он сохранился. Опять поезжать. Да я дистанцию тогда буду. Я понял, что это сохранение, да, по тормозу? Ну да, что вы знаете. Я понял. Я дистанцию побольше возьму. Типа. Немножко прибавим чуть-чуть.
Принял крысто. Вот и крысто. Внимание, ремонт обочины. Принял ремонт обочины. Так скидки в стиме все-таки появились или нет? Появились. Ну, у меня нет пока. Но обычно они объявляют. Появились, появились. Ну вот, от DLC нету скидок. Америк нет скидок, только евро так. Сейчас проверю еще раз. А то у меня нет скидок. Ну я не жду Black Friday. Может надо Steam перезагрузить? На все игры могут быть скидки. Ну, перезагрузи, перезагрузи Steam, я тоже самое делал. А, хорошо. Ремонт обочины прошли? Принял. Развязки прямо до указания. Ну, развязки прямо до указания. Дайзер 850. 500. Открой 110. Ну, это будет. Внимание, спереди платка, платки про платку проходим веером. Что это платка веером? Сквозняком пролетать? Да. Ты на вечернем будешь ночном? На ночном будем. Что, с компом разобрался? Да вроде да, да вроде нет. Чтоб я знал, что там с ним. Трасса показывает, да? Да-да-да. Поживем увидим. Сейчас, заодно на заправке переостановлюсь, чтобы перезагружать стену. Я сейчас на 1.30 на скане. Итак. Да, хорошенько тянет. А сколько у него там было? Ну, я сделал новый профиль, 375, еще 11 тонн. Хорошо идет. А на 730... Платку прошли. Принял. 730 как едет, это там вообще летит. Господи, вы что творите, блин? Блять, Саня сегодня как боксерская груша, в него все прилетает. Ну вообще, я уже и поворотники показываю, люди просто не смотрят, куда едут. У нас круиз так есть 110, да? Да, круиз 110. Дима, я на обочину сейчас догонюсь, напиши. Нашего лица никто другой не влетел, так он на обочине стоит. А, вот, появились. Даже не пришлось привыкнуть. Что там, колеса можно подешевле купить? У меня, в принципе, все есть. У меня, кроме Мишлен, тоже есть. Если не ошибаюсь, вроде 30% на Мишлен, что ли? Ну, до этого Мишлен все... минус 33, доллар 33. Сейчас я давки на парк добавлю. О, тоже надо.
то я с этим. Пират. Вот бы Италии сейчас добавить. Она когда выйдет, все равно скидки-то будут на нее. Прям рука тянется. Да нет, там скидки обычно не делают. На Италию навряд ли скидки. Ну, внимание, ремонт обочины. Это ремонт обычно. А почему? Стоп. Скорпион 700. Не вижу. Дазер 800. В Римане спереди платка, платку проходим веером. Ну, это платка веером. На нафиг. У кого? Они уже, скорее всего, откроют 1.30 в зиме, вместе с Италией и остальными. К Новому году. Ну, после платки разведку идем прямо. Да, после платки разведку прямо. Ремонт обочины прошли. Принял. Перестроение в левую полосу, развязка прямо. Левую, левую полосу, развязка прямо. Как я узнавал, 2 декабря должен скамейка выйти. Один написал человек. Какого? 1 декабря. Я думаю, что он так и не выйдет еще. Платку прошло. Принял. Кто круиз? 100. Остаемся также в левой полосе, развязка прямо. Принял левую полосу, разок. Жестко прямо прошли. Принял. Спереди платка, платку проходим веером. Ну-ка, платка веером. Круиз-то. Ну, круиз-то. Платку прошли. Принял. Колонна в сборе, здесь сами догнал. Принял. Далее еще одна платка, также проходим веером. Принял, платка веером.
Развязку проходим прямо до указаний. Смотри, развязку прямо до указаний. Лавку прошли. Принял. Круисто. Прямо. А кто знает, сколько до конца? 200. 300, 297. Авария. Принял авария. Принял. В рост скорости. Я, да, 80. Пока сейчас вырублю. Как можно на ровном месте вылезть? Спереть уже на дороге в одну полосу. Да, они, похоже, руль отказывали, что там вылетел аж прям туда, в траву. Привет, уже. У нас уже на дороге, на тупиковую уходим направо. Круто, на тупиковую направо. Ремонт дороги в объезд. Круиз 80. Ну, круиз 80. У кого там авария была, начали движение? Да-да-да, продолжим. Да-да-да, я уже вообще догнал. Погодно. Сзади меня не знаю, кто не вижу. Принял. Опа, стоп колеса. Принял стоп колеса. Это, кстати, дазер есть. Круиз также 80. Принял круиз 80. Движение начали. Принял. Движение в одну полосу прошли. Принял. Какого направо повернули? Принял. Дазер 450. Пока не вижу. Внимание, спереди ремонт дороги, на нашей полосе перестраиваемся влево. Это ремонт дороги, перестраиваемся влево. Стетин 500. Я пока только Димаш кину. Внимание, спереди ЖД переезд открытый. Ну, люди, подскажите, у кого насчет декларат. Ему по обочине прошли. Принял. Приездом попутка стоит.
развернутая. Не было никого. Там Ford Transit стоит. А. Сейчас довернем его. Скорпион 580. Ну, вижу. Перье закрылся. Скорпион принято. Принял. Скорпион вычислил. Похоже, что я туда буду. На Т-образный уходим направо. Чего говорили, что в Америке нет скидок? Есть? Мне что-то не было, смотрю, что не было скидок. Может, появились сейчас? Это карга есть. На... Только на Нью-Мехико нету. А в остальном на все есть скидки. ЕС прошли. Принял. Далее там будет Т-образа направо, затем на тупиковый еще раз направо. Принято, должен направо. Круиз 60 для сбора. Ну, круиз 60 для сбора. А что можете посоветовать, интересно? Нигло. Купи себе буквально. На тупиковом направо, далее на сужение дороги в одну полосу. Принято, сужение дороги в одну полосу. А есть Стива. Виртуальную девушку. Такого нет в Стиве. Ассасина. О, по перничине там обои. И зачем виртуальную, если есть живая? Бери, бери оптом. Если дают, почему бы не взять? Дают, беги, дают, бери. Какого направо телефон? Принял. Второй раз тоже повернул. Принял. А это... Фарминг симулятора сильно требует, кого я не вижу. Круиз 80. Принял, круиз 80. Какой симулятор? Ферма. Ферма? Да, да, да. Нет, он я вам играю. Она меньше, чем Евротрак берет. Вообще 30 ползет. Давай что-то весь канал, где-то посередине, что-то не долго или мотор слабый. Внимание, встречка. Тут у многих мотор слабый. На круизе только в жопу догоняешь, только так. Ну, я говорю, что не так. Круиз 100. Принял круиз 100. Дайзер 500. 600. Лично без ничего. Принял. Я хоть и сам там не легкий груз, а 15 по 20 тонн, так что он через пешки не выйти, так что не видно. У нас финишная база ЛКВ ОК, да? Да. Да. Сколько за двойную сплошную дают штрафы или лишения? Полгода, да? Что? Двойную сплошную. 5 косарей первый раз. Вот ТК опять не показывает картинку. Маршрутом.
I'm super excited to know which track is gonna make it to Clubber's Choice next week. I'm going to go right to VK.com/Bobina and support your favorite track. Thank you. Plus, don't forget to check my social media resources, soundcloud.com/Bobina for the music and soundcloud.com/RussiaGoesClubbing, yes, for the radio show. And youtube.com/Bobina, where you can check my official music videos and many more. Now, soundcloud, classical track. As I said in the beginning of this radio show, OBG. Понимаешь, какой тебе жанр нужен? Она очень требовательная. Да. Замыкающий блин. Да. Майком тут потянется. Майнкрафтск. У меня есть лицензия уже 4 года. Красиво, красиво. Вторую девушку. Первая убьет. Заведи третью, чтобы третья защищала от первой. Парни, попрошу молчать так. Далее до тупиковой и уходим налево. До тупиковой и уходим налево. А во второй ты выйдешь. Обе. Запутанная схема, я тебе скажу. На автобане круиз 100. На автобане круиз 100. Далее нас остаемся в правой полосе, на следующей развязке уходим направо. Принято, правая полоса, уходим направо. Чуть застрял. У нас Сергей пролетел. Ну, он по своему пути пошел. Голова 600 блок. Уже приехали, почти. На светофоре уходим налево. И на светофоре налево. Далее нас заезжаем направо на базу ЛКВ ЛОК. По страже направо повернули. Принято. Это всегда бывает.
колонна, все на базе. Принял. Лазеры куда-то перекрестки, да? Саш, что там соленка? Компьютер сделал, нет? Она у нее свет вырубала, да вырубала. Она начинает делать, вырубает свет, начинает. У нее один диск вообще загнулся. Она сегодня ездила куда-то в центр за диском, не понимала. Сейчас делает. А что за диск? Это жесткий, что ли? Жесткий диск. Да, свет постоянно вырубал, она только начала, свет вырубил, только начала. То ей нужно было нафиг компьютер выключать, вообще все из розетки вытягивать. Ну, а бестеребойник? Нет, у нее бестеребойник. Ну, жесткий диск, это по бабкам нормально попадос. По 3000. Да там попадос. На этом жестком диске там информация была у нее. Не, ну это тоже, да, и по бабкам неплохо. Не, ну смотря, конечно, как убрать, если там ты берешь там 8 гектар, там, конечно, будет дешево. Да, а если брать нормально на терабайт, то будет нормально. 3000 на терабайт стоит. Она купила. Фотку я сделал. Всем спасибо, гостям отдельное спасибо. Все свободны. Начну, ну, сейчас я всем отсюда же выезжаю, через... Полчаса, 20 минут. 20-22. Да. Это принято. Всем спасибо, удачного канала. Пока. 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 Вам спасибо.